Итоги короткой рабочей недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сегодня праздничный выходной, день защитника Отечества, и даже температура за окнами по этому случаю стала чуть выше. Всю неделю Алтайский край был во власти мороза. Ночью во многих районах края столбики термометров опускались ниже 40. Синоптики признают, эта зима стала одной из самых необычных. Плюсовые температуры, оттепели, постоянные качели. О причинах этих аномалий и каков прогноз на паводок, расскажем далее. Вообще как остров. Тут просто вон, волны бьют в дорогу. Тут дорога, через дорогу вода. За мои почти 30 лет работы на Алтае такой зимы я не помню. Череда морозов и оттепели. Погода этой зимой была изменчива, как настроение женщины. В январе таяли катки, шли дожди, гремел гром. Температура местами поднималась до плюс 10 градусов. Смотри. Да ну нахуй. Он как будто на море, волны там. Смотри, он легкий такой. Вообще. В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды признали, что в этом году зима действительно аномальная. Это говорит о том, что у нас экстремальность изменений погодных условий действительно имеет место быть, что мы живем в эпоху изменения климата. Порядка 20-25 лет уже очень явно. Процессы, которые, в общем-то, являются планетарными. Настоящих суровых зим Александр Люцигер не помнит с 2012 года. Зато сегодняшние морозы, которые будут стоять до конца недели, вполне обычное явление для февраля. Ведь в Алтайском крае даже март еще считается зимним месяцем. Есть у синоптиков некоторые напряжения насчет паводковой ситуации. Снегозапасы в Горном Алтае достаточно серьезные. Еще и осенью почти весь Алтайский край ушел в зиму с переувлажнением почвы. А потом температурные качели и дожди. И те дожди, которые выпадали у нас на снег, они сделали очень неблагоприятным то, что снег превратился в ледяную корку практически повсеместно и достаточно толстую. И даже не важно, какой объем снега будет сверху, но тем не менее весь этот объем, все 100%, которые выше этого, они не пойдут в почву. Они начнут стекать по рельефу в пониженные места. Но решающим фактором станет температура. Чем дольше период снеготаяния, тем лучше, чтобы все успело растаять. Пока есть предварительный прогноз на март, и он достаточно щадящий. Поэтому прогнозу наиболее холодным будет вторая декада марта. Ночные температуры могут опускаться до минус 32 градусов. А уже после придет долгожданная весна и дневные оттепели до плюс 7 градусов. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Из неожиданного этой недели продавцы семян в Алтайском крае срочно утилизируют и помеют трехцветную. Появилась причина. Теперь за выращивание популярного дачного декоративного растения составов юнковых можно сесть в тюрьму. Вещества, которые содержатся в его семечках, наркотические. Их приравняли к опиумному маку и марихуане. Мы пообщались с экспертом, чтобы уточнить, насколько распространен цветок в нашем крае и вызывает ли зависимость вещество, которое содержится в помее. У нас она встречается и не только на садоводческих участках, она уже начинает встречаться в диком виде. Например, я нашла в Кызыле, вот, и в Санкт-Петербурге. И помей вот этого рода представителей очень много, порядка 700 видов, представляете, огромное. Но там среди них есть и, например, такое растение, как батат, это же тоже помей. И вот однолетних, многолетних, юнковых таких, как вьюнок, их тоже достаточно много. Различить их, я имею в виду вот семена, не ботанику, да и ботанику не так просто по семенам, достаточно сложно. Поэтому я бы советовала, ну, перестать выращивать эти помеи. Тем более, что за выращивание 10 и более кустов теперь россиянам грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы. Да и хранение более 3 граммов семян данного растения чревато сроком. Кстати, по данным Московского союза садоводов, спрос на семена и помеи по всей стране резко вырос. От выводов воздержусь. Я продолжу. Депутаты ОКЗС всерьез обеспокоены популяцией зайцев в Алтайском крае. Например, согласно исследованиям ученых, количество беляков за 27 лет уменьшилось в 2,5 раза. О причинах сокращения разных особей ушастых и возможных методах борьбы с этим нам рассказал Сергей Серов.
И отметили следующие причины, которые влияют серьезно на сокращение популяции, значит, зайца. Первое – это применение, конечно, пестицидов, ядов, химикатов. Второе – это то, что все-таки в последнее время отмечается как бы рост, значит, размножения клеща. Конечно, он тоже влияет. Вот второй год в Алтайском крае охота на пушных, в том числе на зайца, с 15 сентября по 28 или 29, как в этом году, февраля. Второй год вот так сделали, и в результате получается, что у нас еще в сентябре у нас приплод идет от зайца. Даже еще и октябрь, наука наша, это Снегирев, вот Сергей Иванович выступал, говорит об этом, да и охотники, понятно, все это знают, у меня у самого стаж 50 лет охотничий. Вот, значит, даже называется листопадник, когда уже лист осыпается, еще, так сказать, приплод зайца. И уже, безусловно, в феврале начинается гон. Гон. А в конце, значит, марта или апреля то же самое приплод. Подготовили все документы, чтобы направить в Министерство природных ресурсов, где первое, безусловно, сокращение сроков, безусловно, значит, как я сказал, с 1 ноября по 31, причем и охотники, и охотпользователи все поддерживают эту дату. Второе, это запрет применения нарезного оружия, никогда не было на зайца применения нарезного оружия, только гладкоствольное. В пригороде Барнаула разгорелся конфликт. Одну из улиц в селе Ганьба хотят исключить из местного ТСЖ. Официальная причина – множество должников. Правда, жители уверены в другом. Дело в конфликте с председателем товарищества собственников из-за перебоев с водой. Подробности выяснял Данил Кузнецов. Чтобы чайничек налить, мы привозим, простите меня, может быть, стыдно, но я скажу. Вот у меня муж едет и 20 бутылок вот такой воды привозит с колонок, которая находится на улице Мамонтова или на Фурманова. Проблемы с водой в Ганьбе на улицах Рябинова и Вишневая начались около 3 лет назад. Из-за того, что сети промывают крайне редко, жидкость стала не только грязной, но и де-факто не питьевой. Да и напор минимальный. Проблема в трубах. Обнаружили, что у нас труба на водопровод наложена узким маленьким диаметром, 50 наружный, ну, наверное, 47 внутренний. Я не специалист. Вот. Стали к нему обращаться. Он нам сказал, что «А вы что хотели? Вы трубу сами ложили?» Вроде как. В конце нулевых, когда улицы Рябинова и Вишневая появились в Ганьбе, сети проводили без ведома будущих жильцов. Они лишь отдали по 300 тысяч за эти работы. Поэтому про диаметр труб знать не могли. Вопросов не возникало, поскольку при застройке, к примеру, Вишневой, был заложен всего 21 участок. Сейчас их в два раза больше, поэтому напор в самых отдаленных домах улицы минимальный. Несмотря на то, что летом трубы своими силами чистили, проблема никуда не делась. В 2022 году жителям улицы Вишневая предлагалось заменить часть водопровода. Но вы отказались. В 2023 году неоднократно пытались собрать жителей улицы Вишневая, обсудить создавшиеся вопросы с подачей воды, с газопроводом. Но приходили 10-15 жителей, и те срывали собрание. Если жители улицы Вишневая примут решение о замене труб при сборе денежных средств, то правление ТСЖ будет искать организацию, которая проведет данные работы. Они не должны были предусмотреть трубы нужного диаметра. Потом, может быть, еще улицы какие-то появились, или новые абоненты откуда-то подключились и так далее. Они тоже все подключились не без ведома ТСЖ. Соответственно, это их опять же руками сделано, и эта ситуация или порождена. Есть проблема и с водонапорной башней. Часто ломаются насосы, выкачивающие воду. Администрация Барнаула посоветовала перевести инфраструктуру в муниципальную собственность на обслуживание специальной организации. Но этого сделать пока не удалось. Председатель, как сообщают жители, обвинил улицу в рейдерском захвате водонапорной башни и поставил вопрос о том, чтобы выгнать Вишневую из ТСЖ. Официальная причина – много должников. Хотя люди утверждают, что их не больше, чем на других улицах. И включил чудовищный вопрос в общее, на общем собрании наш председатель Руденко Геннадий Дмитриевич по исключению улицы Вишневой. Это чудовищный, причем без их согласия, ущемляя их права.
Сам Геннадий Дмитриевич комментарий давать отказался и, распихав всех жалующихся, пытался уйти от съемочной группы. Что у вас за конфликт с улицей Вишневой? Это не мое решение, это решение общего собрания ТСЖ. Общее собрание выгоняет улицу Вишневая? Она не выгоняет никого. Так а что там на общем собрании? Что за слово такое выгоняет, если вы такой, этот самый умный-то? Ну вы хотите отсоединить улицу Вишневую от ТСЖ, правильно? Или как? Короче, завтра собрание, приходите. На самом собрании, как сказали жители, этот вопрос не поднимался. Юрист же прокомментировал, что в его многолетней практике это первый подобный случай. И если улицу даже общим собранием исключат из ТСЖ, то критериям законности это вряд ли будет соответствовать. Ну, на память, в жилищном кодексе припоминаю, там причины для прекращения. Это либо личное заявление человека, либо смерть, либо лишение дееспособности, но какие-то такие серьезные достаточно причины, и не это принять человека, или там продажа этого квартиры, ну а в нашем случае там недвижимого имущества в поселке, да? Если теоретически предположить, что улицу отрежут, то жители мало что потеряют. Доступ ко всем сетям сохранится, разве что люди не смогут участвовать в формировании органов управления ТСЖ и в утверждении сметы. Чтобы добиться справедливости, жители Вишневой обратились в суд. Разбирательство по этому делу пройдет 27 февраля. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В понедельник у него будет возможность выступить в суде с последним словом. А на этой неделе сторона обвинения запросила почти 10 лет лишения свободы для Константина Падуна, который обвиняют в убийстве бывшей супруги в январе прошлого года. Наша съемочная группа выслушала прения сторон. Я не хотел, чтобы она умерла. Так получилось. Просто я... Это бытовое преступление войдет в историю региона как одно из самых резонансных. По версии следствия, Константин Падун задушил бывшую супругу, переместил тело на крышу, присыпал снегом и избавился от вещей и телефона женщины. Падун Константин обхватил шею супруги своей левой рукой, согнутой в локте, и, удерживая шею последней своей руки, силой сдавил шею Падуна Елены, прекратив тем самым доступ кислорода, не давая возможности потерпевшей дышать. Дело расследовали больше года. Напомним, на прошлом заседании суда подсудимый согласился возместить средства оплаты услуг представителя потерпевшей стороны суммой в 92 тысячи рублей. Однако сегодня, посоветовавшись с адвокатом, попросил об освобождении от процессуальных издержек. У меня позиция такая, что к этим издержкам привело нарушение против меня 171 и 220 статьи УПК. И это не по моей вине, вот эта апелляция и все вот эти издержки. В связи с этим просите что? Освободить от... Судебное следствие закончилось, и начались судебные прения сторон. Сторона обвинения признала в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние, помощь следствию, наличие двух детей на иждивении и состояние здоровья подсудимого. Отягчающих обстоятельств по делу не собрано. Полагаю, возможно назначить Падуну следующее наказание. 9 лет, 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокурор предложил зачесть время содержания под стражей с 8 января 2023 года до вступления приговора в силу из расчета 1:1. Однако сторона потерпевшего не согласна с версией Падуна, по которой он защищался от нападения Елены Падун. Представитель отметила, что женщина невысокого роста и веса не больше 50 килограммов не смогла бы нанести вред подсудимому, а также зачитала показания несовершеннолетних детей. Оглашенными показаниями несовершеннолетних детей Падун Елены и Константина, согласно которым их родители часто ругались из-за развода. 4 января 2023 года вечером они легли спать, папа жил в отдельной комнате, ночью никаких криков и шумов не слышали. А также других свидетелей. Отношения с Падун Константином у нее были напряженные, он издевался над ней, оскорблял ее, наносил побои, хватал за руки, бил головой о стену, водой обливал, при детях оскорблял. Сторона потерпевшего запросила для Падуна максимально строгое наказание. Сам же подсудимый оказался не готов к такому объему информации. Я, в общем-то, готов был, но не на такой объем большой. Просто даже стал кушать. Судья дала мужчине неделю для подготовки к прениям и последнему слову. Следующее заседание состоится 26 февраля в 10:00. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.
Продолжим. По контейнеру куриных лапок и гребешков еженедельно отправляли из Алтайского края в Китай в прошлом году. По числу заключенных контрактов на вывоз алтайской продукции Поднебесная обошла даже Казахстан. Об этой тенденции, а также в целом об объемах производства и товарооборота в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в 2023-м рассказал начальник Алтай-Пищепрома Александр Большаков во время пресс-конференции. 2023 для алтайского пищепрома выдался неплохим, но переломным. Продуктов в крае произвели на 10% больше, чем годом ранее. Драйверы роста – масложировая и мясоперерабатывающая отрасли. Повлиял и повышение потребительского способности наших покупателей, то есть больше мяса стали потреблять. Это и, наверное, конкуренция, которую... Все-таки, наконец-то, алтайские переработчики переломили, наверное, тот тренд, который был еще 3 года назад, когда шло сокращение объема производства, на полках магазинов было больше завозной мясной продукции. Сейчас все-таки процент он растет, и мы это видим, и видим по показателям нашей мясной продукции. Производить больше стали курятины, говядины и переработанной мясной продукции, тех же колбас. Выросли объемы по сыру. Край по-прежнему лидер по гречке. В целом радует размер инвестиций в отрасль – больше 6 миллиардов рублей. Да и объем отгруженных товаров собственного производства впечатляет – почти 2,5 сотни миллиардов рублей. Но все же ключевой задачей для алтайских производителей остается выход на экспорт, подчеркивает Большаков. Так, в марте прошлого года наш регион столкнулся с рекордными остатками сыра и масла. Сегодня в России рынок перенасыщен продуктами, надо понимать. То есть сегодня не главное произвести, сегодня главное продать. Большинство производителей сегодня новые рынки сбыта нашли и освоили. Главным партнером по экспорту, и это переломный момент, стал Китай. По числу заключенных контрактов он обошел даже многолетнего покупателя хлеба и других алтайских продуктов – Казахстан. Удалось даже заключить договоренности на отправку совсем неожиданных товаров. Так, еженедельно в прошлом году в Поднебесную отправляли по контейнеру куриных лапок и гребешков – излюбленный деликатес азиатов. Которые не едят в России, и едят хорошо в Китае. Поэтому этот продукт был востребован, этот продукт, мы надеемся, будут они увеличивать, исходя из того объема производства курятины, который у них есть. Продуктов переизбыток, но цены кусаются. Но на их уровень, говорит Большаков, зачастую влияют не столько расходы на производство товаров, сколько совокупность других разных факторов. От разницы между ценой производителей и торговых сетей нередко страдают и первые. Так, практически каждую весну остро стоит вопрос закупочных цен на молоко. Но в этом году, отметил начальник Алтай-Пищепрома, ситуация не должна быть критической. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Владимир Путин подписал закон о наливайках. Теперь региональные власти сами будут контролировать их деятельность. Между тем, алтайские депутаты, помимо этого проекта, хотят возобновить обсуждение о продлении времени продажи алкоголя в регионе с 21 до 23 часов. Как эти поправки могут повлиять на разные сферы деятельности, рассказал Андрей Осипов, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе. Время продажи алкоголя в Алтайском крае все-таки хотят увеличить до 11 часов вечера. Об этом пишут уже многие паблики. Но, я так понимаю, вопрос еще не до конца решен. На какой стадии он сейчас находится? Большинство депутатов эту тему поддерживает. Как минимум 3 фракции однозначно. Ну, я думаю, что на самом деле даже не 3, а 4 фракции однозначно. Вот. Поэтому шанс принятия очень велик. Но еще раз говорю, что мы все-таки на апрельскую сессию заходим с комплексным законом. Могу сказать, о чем идет речь. То есть у нас предоставлено дополнительно... То есть у нас есть полномочия по определению времени, как я уже говорил, в рамках 8.23, да, есть полномочия федеральные по ограничению площади минимальной, да, для предприятий общественного питания, что мы уже несколько лет назад сделали, установив 30 квадратных метров для общепита. Много это или мало можно обсуждать, но все-таки 30 квадратных метров не самый маленький зал. Сейчас у нас появились еще, скажем, 2 основных полномочия. Это возможность ограничить продажу пива только в ресторанах, кафе, барах и буфетах. То есть вот такие 4 термина. Что это такое? Есть государственный стандарт метрологический, да, и там четко расписано все понятия, что такое ресторан, что такое кафе, что такое бар, что такое буфет, что такое закусочная. То есть все определено, там целый комплекс всего.
Ну, то есть мы можем оставить только вот в этих четырех. Пиво и пивные напитки, будем говорить. Это наше право. Воспользуемся мы им или нет, это обсуждается. То есть имеется в виду общепитие. То есть имеется в виду не магазины. То есть это именно общепит. То есть тогда, условно говоря, во многом уйдет, может быть, ситуация вот там с одним столиком, выносимым вечером и с большим вопросом по санузлу, например, там и прочим моментам. Это одно полномочие, которое нам дополнительно предоставляется. И второе полномочие у нас предоставляется возможность регулирования розничной продажи в общепите в многоквартирных домах, за исключением ресторанов. И вот здесь, скорее всего, из того, что мы уже обсуждали в рамках совещаний в комитете нашем профильном законодательном собрании, мы вот этим правом точно воспользуемся. И я думаю, что, скорее всего, будет речь идти о действительно запрете для общепита в многоквартирных домах, за исключением ресторанов. Ну и мы можем расширить эту, скорее всего, это будет еще кафе. То есть по кафе это почти ресторан, но там за редким исключением. То есть вот для этих учреждений, естественно, в жилых домах мы запрещать не будем. Ресторанами нам запрещено федеральным законом. Ну и я думаю, что кафе мы тоже, конечно, трогать не будем из здравого смысла. Вот. То, что касается остального, мы, скорее всего, тем не менее, вот для этих кафе и ресторанов мы оставим без ограничения, по остальным будет ограничение по времени. То есть вот в целом мы хотим уравнять возможности для бизнеса и тех, кто работает в совсем малом общепите, и для магазинов, и установить некое единое время предельное. И мое предложение, оно остается, я знаю, что оно поддерживается многими, это установить единое время вообще, кроме кафе и ресторанов, это может касаться и не только многоквартирных домов, сделать 23 часа. Не убьет ли этот закон маленькие наливайки, то есть не крупные сети, а именно такие точечные? Мы при обсуждении уже привлекали и представителей наших сетей, именно тех, которые работают как раз в этой области. И мы слышим мнение от вот этого легального бизнеса о том, что они, во-первых, уже многие на сегодняшний день в многоквартирниках не работают позже 23-х. И они говорят о том, что в принципе по мелким торговым точкам ну, явно будет тенденция, да, собственно говоря, и собственники этих небольших торговых точек говорят, что в случае введения единого времени 23 часа, многие из них вернутся обратно в формат магазинов. Мы же понимаем, откуда это все взялось. Медицинское сообщество не поддержало инициативу по увеличению времени продаж алкоголя. Может быть, есть какие-то аргументы, чтобы их убедить? Достаточно сложно то, о чем говорит медицинское сообщество, укладывать в рамки статистики, поскольку не подтверждается статистически то, что в тех регионах, в которых 23 часа ограничения, там больше употребления алкоголя, больше вообще заболеваемость, или больше смертность, или больше отравления. Вот такой зависимости не просматривается. Мы, когда готовились к январской сессии, я, естественно, поскольку я сам врач по первому образованию, и специальность у меня общественное здоровье и здравоохранение, поэтому я все это дело просматривал. Предположение есть, то есть я понимаю настороженность коллег, что да, будут больше покупать и будут больше употреблять. Но могу сказать, что в Алтайском крае среднее количество приобретаемого алкоголя на душу населения ниже, чем в Сибирском федеральном округе в среднем или в Российской Федерации. Ну, это не говорит о том, что в Алтайском крае пьют меньше, чем в Новосибирской области или в Томской, или в Кемеровской. Речь идет как раз о том, что это доля легального алкоголя, а остальное это все это нелегальный алкоголь. И мы все это прекрасно понимаем. То есть мы зачем друг друга пытаемся обмануть о том, что вот так и так. То есть это нелегальный алкоголь. И я еще раз говорю, статистика, которая говорит о количестве, о росте количества отравлений суррогатами алкоголя, она это как раз и подтверждает.
То есть наша цель повысить легальный алкоголь и снизить тот суррогат, который, ну, особенно, к сожалению, в сельской местности, но в городе тоже хватает, который присутствует, скажем так, в домах и не только в домах у граждан. В 4 раза вырастут поставки топливных систем алтайского производства на завод КАМАЗ. Об этом сообщил генеральный директор компании по производству грузовой техники Сергей Кагогин. Накануне он был в Барнауле и выступил на заседании правления Союза промышленников края. Глава машиностроительной компании поделился также с журналистами секретами производства автобусов для Барнаула, часть из которых должна поступить до конца февраля. Алтайский завод прецизионных изделий. С этим предприятием давно и плодотворно сотрудничает ведущая машиностроительная компания страны. На этот раз визит ее руководства посвящен обсуждению темы импортозамещения в ключевых отраслях промышленности и расширению горизонтов сотрудничества. Никто в стране не может делать то, что делают здесь. Просто никто не может. У нас до военное время партнером был Bosch. Даже здесь Bosch работал. Сейчас это все ушло, и чести сказать алтайского завода, они выполнили то, на что мы их ориентировали по выпуску современных топливных аппаратов для двигателей КАМАЗ. Выпуск отлажен, пора наращивать объемы производства. КАМАЗ готов 4 раза увеличить закуп продукции АЗПИ. Для выполнения этой задачи алтайское предприятие закупило дополнительное оборудование, ждет его поставки. А столица края ждет от КАМАЗ автобусов НИФАС. Машины этой марки наш регион закупил в прошлом году для автопарка муниципального транспортного предприятия Барнаула. Дизайн этой техники, он был нами выстрадан. Это было очень интересно создавать современный дизайн автобуса. Как выяснилось, гораздо сложнее, чем дизайн грузовика. Много было вариантов, экспериментов. Вот. Ну и по техническому уровню это сегодня самый современный из последних проектов в нашей стране. Мы рады, что наша техника будет на ваших улицах. КАМАЗовские автобусы, добавил эксперт, вобрали в себя самые последние отечественные разработки. В числе ключевых технических плюсов – низкий расход топлива, высокая надежность и выносливость. Многое предусмотрено для комфорта пассажиров и водителя. Низкий уровень ПО для посадки, устройство для зарядки айфонов обязательно включается, информационное табло, современная кабина, подрессоренные пневматики кресла. Водитель, кто работает 8-10 часов, не должен уставать при своей работе. У него высока ответственность по безопасности, он везет людей. 10 из 41 приобретенных автобусов автопарка предприятия, создаваемого на базе Горэлектротранса, уже пополнили. Остальные должны прийти в Барнаул в конце февраля-начале марта. Автобусы большой вместимости, до 100 человек, будут обслуживать самые ходовые и протяженные маршруты – 1 и 10. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Теперь к главной теме сегодняшнего дня – празднику Дню защитника Отечества. На этой неделе от лидера одной из партий Сергея Миронова прозвучала идея сделать 24 февраля днем участника СВО. По его словам, установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России и поспособствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ну а мы на этой неделе побывали в гостях у тех, кто обеспечивает тыл и ждет возвращения бойцов. Даниил Кузнецов стал гостем семьи Гончаренко. Губкой поводи. Вот молодец. Уже больше года Ане Гончаренко с работой по дому помогают лишь дети. Муж ушел на фронт после объявления мобилизации. Месяц раздумывал, прежде чем вызваться добровольцем. Жене задал лишь один вопрос. Ты меня будешь ждать? Конечно, хотела себя понять в первую очередь, как бы, а я, а семья, а дети. Но вошла и в его положение, потому что ну, не отпустить, не поддержать было бы хуже. То есть набралась сил, набралась терпения, нервов. Ну и поехал он. Ждем, верим, молимся.
Самое тяжелое время – первые 3 месяца. Просыпаться без него, ужинать без него, проводить время с детьми – тоже в одиночку. Адаптироваться к такому режиму помогли жены других военнослужащих. Вместе они начали волонтерскую деятельность – создание косынок, окопных свечей, сухариков и супов быстрого приготовления. Вот борщ у нас идет со свеклой, суп лапша идет. Упаковываем, муж научил, 1, 2, 3, 4, быстро со всем справляемся. Помогают и дети. Младший, Егор, сейчас меньше капризничает. Понимает, что мама тоже устает. Сестра Есения теперь старается приглядывать за ним. Помимо этого, она прибирается в общей комнате и сама делает уроки, без напоминаний. Он добрый, заботливый, любит нас всех. Он вообще не умеет ругаться, не ругается никогда. Возит нас куда-то всегда. Я очень люблю его. Часто пишу ему письма, рисую рисунки и жду от него ответа. Созваниваться стараются каждый день, но иногда весточки нет и по месяцу. В такие моменты отвлечься лучше всего помогают совместные игры. На 23 февраля семья хочет послать мужу и по совместительству отцу его портрет в военной форме. А для Анны и детей главным подарком станет простое сообщение от Владимира о том, что все в порядке, жив, здоров. Нам пока не до праздников. Папу поздравим, а уже праздник. Дай Бог, чтобы связь была, дозвониться и хотя бы словесно его поздравить. А там уже приедет и уже поздравим лично. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. На этой неделе выбрали лучшего воспитателя Барнаула. Городской конкурс профессионального мастерства среди педагогов дошкольного образования прошел в 14-й раз. Год от года участников становится все больше. В этом за победу боролись 22 педагога. Чем конкурсанты удивляли жюри, что самое главное в работе воспитателя и какие награды получили победители и лауреаты конкурса, смотрите далее. Такую методику настройки голоса использует в своей практике музыкальный руководитель детского сада 207 Татьяна Симонова. Это она смогла продемонстрировать на муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года 2024». Если честно, мое давно уже желание было действительно попробовать свои силы вот в таком интересном творческом конкурсе. И нынче я решилась в этом году. Тем было много, так как опыт большой, да, и мы подбирали, то есть вот здесь, конечно, было сложно, какую тему выбрать, чтобы действительно было интересно, и то есть мою работу показать и жюри, и моим коллегам. Всего в борьбу вступило 22 конкурсанта. Поучаствовать мог любой желающий. Задача первого этапа – заочно предоставить видеовизитку и оформить свою страничку на сайте дошкольного учреждения. После – очные этапы. Первое очное испытание, которое мы уже просмотрели в прошлую пятницу, это защита опыта педагогов, называется «Моя педагогическая находка». Тот эффективный метод или технологию, которую предъявляют наши педагоги, которая лучше всего у них получается. Затем воспитатели предлагают вниманию открытое мероприятие с детьми, показывают мастер-класс, это абсолютно для всех участников, которые заявились на участие в конкурсе. Следующие два этапа конкурса предназначались только для финалистов. Они провели семинары с родителями и поучаствовали в разговоре с медийными лицами. В конкурсантах оценивали прежде всего педагогический профессионализм, умение общаться с детьми и демонстрировать себя как личность, подчеркивает член жюри Лариса Мерзликина. Все настолько разноплановые, разноинтересующиеся вопросами педагогики, воспитатели, что наблюдать за ними, оценивать их работу, оценивать их реализацию очень интересно. Многому чему можно поучиться. Многое, что в их работе, нас самих наталкивает на творческие процессы. Мы начинаем размышлять, а что можно было бы еще вместе с ними, а как мы бы сделали. Победителя конкурса, имя которого назовут в последний день февраля, ждет премия в размере 100 тысяч рублей, а также участие в краевом конкурсе «Воспитатель года Алтая». Лауреатов, в свою очередь, тоже наградят суммами 30 и 20 тысяч рублей. Торжественная церемония состоится 1 марта в Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района. Я – воспитатель года 2024. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.
Титов-арена буквально ломилась от числа болельщиков на заключительном в сезоне матче хоккейного «Динамо Алтай» во Всероссийской хоккейной лиге. Наши порадовали хорошей игрой, победив гостей из Омска. Уже подводя итоги сезона, руководство клуба отметило, что он прошел хорошо. Хотя по завершению игр чемпионата «Белоголубые» расположились на 20-й строчке с активом в 56 очков и в плей-офф команда не попала. Тренерский штаб уверен, для первого сезона в лиге результат вполне приличный. Поделились и планами на новый сезон. Дмитрий Дроздов выслушал и готов поделиться с вами. В прошлом году, когда стало известно, что «Динамо Алтай» впервые за 17 лет будет играть в чемпионате ВХЛ, мнения болельщиков и профессионалов разделились. Кто-то уверенно заявлял, что команда сможет побороться за топ-16. Другие, напротив, говорили, что наше место последнее. Теперь уже можно сказать, что в дебютном сезоне все вышло очень даже интересно. Фаворитам барнаульцы давали бой и даже выигрывали. Матчи, если и были проиграны, то в упорной борьбе. Такого хоккея в Алтайском крае не было. Тут мы вернулись на этот новый уровень. Да. Хочу спасибо сказать СМИ, всем, кто помогал нас, поддерживал. Первая сложность, с которой клуб столкнулся, это плотный календарь игр. В чемпионате принимало участие 29 команд. Это 56 игр. В некоторые месяцы приходилось играть по 10 матчей. Это, конечно же, сказывалось на физическом состоянии спортсменов. Да, нам не хватило, мы чуть-чуть проанализировали буквально день до начала игр, потому что очень плотный календарь. Выступая в прошлом году в другом клубе, тоже сравниваешь маленько. Нам хватило денечка, хватало одного лишнего для восстановления, и мы более-менее подходили к домашней серии. Здесь у нас этого в этом году, к сожалению, не было. Поэтому, может быть, такие иногда невзрачные игры, но через них проходит любая команда. В планах администрации клуба сохранить 70% состава. Что касается главного тренера, директор ведет с ним переговоры о продлении контракта. Более опытные игроки отметили, что сезон был сложный, но каждый старался выкладываться, и как хоккеисты парни выросли. Но критика со стороны болельщиков осталась, и это вызывало удивление. Когда ты читаешь, заходишь в соцсети, что там творится, для меня это вообще непонятно было. Как можно, ну, я не побоюсь сказать, эту, такую грязь писать про ребят, про команду, там, тренерский штаб. Лично про меня я вообще столкнулся впервые с таким, вроде нормально играл там, старался все делать, что зависит от меня. Конечно, не всегда там разные игры бывают. Мы все люди, а такие вещи писать, ну, я считаю, просто противопоказано. Теперь команда уходит на большой перерыв, а сотрудники клуба уже начинают подготовку к новому сезону. По словам директора клуба, он точно будет еще интереснее. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные актуальные новости, звоните на телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар» всех защитников Отечества. С праздником добра и мира. До встречи.